Всем привет, Blender 2.79, информация взята с канала Вектор Времени, и давайте сделаем именно отсчет времени, счетчик, погнали. Закрываем все это дело, переключаемся опять же на Game Logic, переключаемся на игровой движок, берем за вот этот треугольничек, схлопываем это окошко, вытягиваем теперь вот это вот окно боковое сюда, и это окно боковое вот сюда выравниваем. Вот где-то вот таким образом. Здесь вот треугольничек, левой кнопкой мыши тянем, схлопываем и уводим его вот так вот в бок. Так, следом единица на нампаде, вот куб, мы его удаляем клавишей Delete Enter, ну и камеру давайте отрегулируем или добавим новую. Эту камеру можно Delete удалить. Теперь Shift, зажатое колесико, все делает, выравниваем семеркой на нампаде. И добавляем Shift A, сочетание клавиш, именно камеру. Вот она установилась. Теперь единица на нампаде. Поближе поставлю. Камеру приподнимаем выше. Семерка на нампаде. И добавляем Shift A, именно текст. Так, теперь камеру правой кнопкой мыши, здесь все правой кнопкой мыши выбирается, жмем S, немножко поставим побольше, выбираем правой кнопкой мыши именно текст, и теперь вот нужно его поднастроить. Так, добавляем, ну чуть-чуть вот где-то вот сюда вот так вот поставим, и можно S вот так увеличить, букву T ставим посередине, вот таким вот образом. Можно еще немножко S, чтобы побольше было. И теперь погнали, что делаем. Добавляем игровое текстовое устройство и добавляем игровое свойство. Игровое свойство, внимание, по-английски. По-русски, если вы напишете, работать не будет. Пишем по-английски. Номер. Жмем Enter. Ставим в строку здесь вот целое число. Так, здесь без изменений текст. Ну и погнали дальше все это дело настраивать. Добавляем всегда. Так, центр всегда. Здесь добавляем именно свойства. Добавляем, так, режим добавить. Здесь свойства добавляем именно номер. Теперь значение ставим минус 1. Enter. Минус на нампаде под правой рукой на клавиатуре. Так, и добавим еще одно свойство. Именно, так, побольше поставлю вам, наверное, вот так, чтобы вам видеть именно. И добавляем режим сюда уже именно присвоить. Оставляем свойство, добавляем сюда текст. А здесь значение ставим, пишем именно название номер по-английски. Ну и или как вы назовете именно вот эту функцию добавить. Так, как она у меня тут цепляется. Вот таким вот образом. Вот эту функцию добавляем именно игровое свойство. Напечатанный номер вы печатаете сами. Так, что, ну все, теперь все это дело подключаем. Вот так. Это вот так подключаем. Что еще? Теперь здесь вот в этом, в этой вкладке поставим 6. Так, шестерка. А вот в этой вкладке добавим вот, вот эту вот функцию, нажмем и поставим 60. Ну, 60 секунд типа промежуток будет. Так, ну вот где-то все настройки сделаны. Теперь все это дело убираем, выставляем 0 на нампаде и теперь жмем английскую P. Вот пошел отчет. И он идет, тут сейчас пойдет минус 1, минус 2, минус 3. Это нам не надо. Нам надо, чтобы он на ноле именно исчезал. Давайте добавим сюда свойства, вот сюда, оставим равно, здесь поставим именно номер и здесь поставим 0. Так, здесь добавим
так, рулевое правка объекта, и на правке объекта добавим удаление объекта. Ну и все это дело соединим. Так, теперь все это дело опускаем. 0 на нампаде и жмем P. Вот такой пошел отчет. Также можно добавлять сюда потом надписи после именно вот этого отчета. Давайте что-нибудь напишем. Добавляем еще один текст. Shift A. Добавить текст. Делаем ему S. Вот таким вот образом. Подставляем к этому тексту. И чтобы по-русски печатать, теперь нужно настроить этот текст вот в этой функции F. Находим так обычный, здесь вот шрифт обычный, находим вот эту вкладку, пишем. Пишем теперь, что будет. Ну, слово какое-нибудь именно «привет», допустим. Теперь ставим табуляцию, ставим английскую S и подставляем где-то вот сюда. Вот таким вот образом. Так, теперь немножко подгоняем, немножко вот так вот его выставляем. Здесь теперь можно это дело все закрыть. Так, давайте теперь настроим вот этот привет. Берем теперь, копируем его Ctrl-C и подставляем на второй слой Ctrl-V. Переключаемся на первый слой и удаляем вот этот вот правой кнопкой привет, delete, удалили. Так, давайте теперь настроим вот этот текст и добавим ему. Так, это все можно подзакрыть. Вот так побольше поставлю. Открываем. И вот теперь, когда происходит удаление объекта, давайте добавим ему теперь правка объекта. И добавим ему теперь текст 002. Добавить объект. Ну и посмотрим, что получится. Так, теперь все это дело закрываем. И смотрим 0 на нампаде. И погнали. 5, 4, 3, 2, 1. Пуск. 0, привет. Вот слишком большой привет стоит. Надо его немножко уменьшить и поднастроить. Escape. 0 на нампаде. Второй слой и немножко его S. Так, выбираем S. Вот таким вот образом. Где-то вот сюда поставим. И где-то вот так вот в центр. Ну и смотрим теперь. Переходим на первый слой и смотрим теперь 0P. Что получится? Где этот текст окажется? Вот еще можно его немножко передвинуть. Переключаемся на второй слой и немножко еще двигаем. Вот так где-то. Escape. И вот теперь он будет тут. Привет. И немножко его можно еще вот так увести и еще и нажать. Вот так. И немножко теперь S. И вот он не попадает, да? Немножко уводим вот сюда. И еще немножко. На букву В. Так, Escape. Ну, будет более-менее нормально. Переключаемся на первый слой. И вот теперь можно P включить. И погнали, смотрим, что получится. А получается все та же белоберда. Значит, вот эта штукенция не работает. Нужно ей S
и поставим вот где-нибудь здесь, и теперь посмотрим на первом слое, опять же, пи. Вот так вот она высвечивается, надо опять же поднастроить ее. Нашу вот сюда придется на увести. Теперь на первый слой жмем пи. А как же его тут отрегулировать? Ну, жмем теперь опять пи. Привязка, видно, текста идет тут. Сейчас посмотрим, как. Вот здесь поставим этот пи вот. Вот так вот. И уже от пивота попробуем, как он будет. Так, смотрим теперь, что будет. Ну, уже более-менее нормально. Вот такая штука словом происходит. Привет. Все, всем пока, до свидания.